Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Ухмановський, політтехнолог. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Олександр, собственно, 10 днів, вже чуть більше пройшло. 10 днів назад українці ізбрали собі новий парламент. І результати цього голосування многих удивили, многих огорчили, многих, чесно говоря, обрадовали. Точно никого не оставили равнодушным с точки зрения политтехнолога. Такой результат — закономерность или просто стечение неких обстоятельств, случайность? То, что можно было прогнозировать данный результат, это однозначно. И, в принципе, все крупные политические игроки, те, которые могут себе позволить проводить периодические, регулярные исследования среза общественного мнения, они видели всю динамику и понимали на самом деле, что там партийные рейтинги уже там мало изменятся. По крайней мере, «Слуги народа». Была борьба за голоса сомневающихся, там «Голос», «ЕС» и так далее. Но если мы говорим конкретно про «Слугу народа», нет. Там 42 или 44 или 46% – это детали, но все понимали, что они побеждают. Была определенная интрига для некоторых по мажоритарным округам. Очень многие, особенно там старые политические игроки, верили, что вот партийный рейтинг — это одно, а вот на округе и там играют большую роль персоналии. И раньше оно так и было. Но я в свое время очень говорил, что сильно удивлюсь, если «Слуга народа» не возьмет, да, как минимум столько же, сколько по партийным рейтингам, по мажоритарке. И часть тоже политтехнологов была пессимистически настроена, возможность пинаться на равных со «Слугой народа». И как мы видим, то есть прошел самый пессимистический сценарий, то есть политтехнологии как таковые очень слабо работали. Хорошо, вы в этих выборах принимали участие? Определенную, да. Социология, консультации, что именно? Социология, консультации, интернет-проекты, то есть пресловутая SMM, работа в социальных сетях, о которой сейчас часто говорят, о которых начали говорить, хотя она всегда присутствовала. Причем не в Николаевской области, в Николаевской области я не работаю, здесь только исследования. То есть эта картина наблюдалась, в принципе, по всей Украине. Хорошо, как теперь с этим жить с точки зрения политтехнолога? Согласиться, либо можно противостоять? На данный момент надо принять как данность, что да, и на старуху бывает проруха, таково стечение обстоятельств. Это действительно накопившийся, да, сорвавшийся клапан. Вот, и ничего кардинально на этой планете не меняется. То есть да, сейчас у нас такая ситуация, но через 2-3 года мы увидим возврат, откат общества к более спокойному состоянию, и снова-таки технологии всегда будут работать. Хорошо, может быть, немножко. Вы, собственно, как специалист, можете немножко расшифровать технологии, которые применялись «Слугой народа»? Или никаких технологий не было, был то, что называется бренд «Слуги народа», мы об этом часто слышим. Был личный бренд Зеленского, который всех вытащил на себе. Собственно, и все. На самом деле я смотрел методички, которые готовили центральным штабом для мажоритарщиков. Они прекрасны. То есть в центральном штабе у Зеленского, «Слуги народа», действительно хорошие специалисты посидели. Они сделали очень толковый материал, такой, знаете, 10-страничный ликбез, который может взять любой человек, который жаждет идти в политику и провести более-менее выборы. То есть этого было вполне достаточно в их в положении там мажоритарщиков и «Слуги народа» для того, чтобы там выиграть. И там обычная, на самом деле, технология. Все то же самое, что и делается каждый раз там многими штабами. Ничего особенного. Хорошо, поэтому это не технология. Это действительно «Слуга народа» бренд, это Зеленский, это обстоятельства, да, внешней, внутренней политики, но это не какие-то там уникальные методики. И поэтому, когда там новые кандидаты будут слушать, что я там работал у Зеленского и владею сверхсекретными технологиями, это неправда. Собственно,
Ну, оппоненты тоже как бы пытались сопротивляться, и такие жупилы приклеивали, собственно, пытались приклеить к этой политической силе. Ну, я не знаю, там реванш, там пророссийский реванш, там еще какой-то реванш. Я не знаю, как просто избиратель или просто как политтехнолог. Вы как к этому относитесь? Я не рассматриваю уже давно как просто избиратель. С моей стороны, мне очень тяжело, потому что мы проводим исследования на самом деле. И количественно, и качественно, я на самом деле понимаю, как думает человек. Там часть округов, например, когда мы проводили за несколько месяцев до выборов фокус-групповые исследования, такой своеобразный метод исследования общественного мнения, я очень четко на части округов видел нежелание избирателей, чтобы кандидат критиковал Зеленского, либо воевал с ним. То есть я давал рекомендации кандидатам уходить от войны Зеленского любым образом. То есть игнорировать, избегать, говорить о том, что я выберусь и буду работать со всеми. Хорошо, слушали вас? Некоторые да. Помогал? Почему я им так ставлю вопрос? Потому что в Николаеве мы видели, что кандидаты-мажоритарщики, они пытались цепляться, вот, собственно, к этому поезду. Цепляться, поезд, да. А вот цепляться можно было. Но не критиковать. Но ни в коем случае нельзя было входить в клинч. Ни в коем случае нельзя было использовать черные технологии против кандидатов от Зеленского. Ни в коем случае нельзя было критиковать курс Зеленского, курс «Слуги народа» и так далее. То есть, и это на самом деле, это снова-таки, это правильные технологии, которые раньше использовались. Если человека уважают, они хотят, избиратель не хочет видеть войн, будь добр, соответственно. Чего хочет избиратель? Всего хорошего, и чтобы не было ничего плохого. И это не аллегория какая-то, они не знают, что они хотят. Исследования и количественные, и качественные показывают о том, что люди хотят, знаете, как в Библии. И создал Бог землю, и было на ней хорошо. И вот как с ними не разговаривая, как мы вот не пробовали проводить даже глубинные интервью, когда вот очень глубоко залезть в какое-то обоснование, да, мы не могли найти. Нету. Когда вот в Херсонской области мы проводили в целом ряд кругов исследования, и было очень интересно, когда почему вы голосовали за Зеленского? А потому что он не олигарх, потому что он не богатый. Я задавал вопрос: подождите, у него вот официально столько-то и столько-то денег. А какой у вас критерий? Он богатый, не богатый? И люди терялись. Они не могли объяснить. То есть я понимаю, что если сейчас у Зеленского будет миллиард гривен или долларов, которым, да, попрекали Порошенко, то этот избиратель найдет обоснование какое-то. Потому что он не понимает, почему Зеленский не олигарх, не богатый, почему он парень из народа. Ну какой он из народа? Ну, он ездит на машине, он богатый, он ест в ресторанах тоже, а бабушка ж полвареника покупает. Но это не имеет никакого значения для избирателя. Не, ну, наверное, все-таки избиратель как бы либо отдает себе отчет, нет, либо где-то вот понимает, что Зеленский никогда не был на госслужбе, никогда не был чиновником, никогда не был депутатом. Да, они... А ведь все эти прекрасные люди, даже вот тот, который всю жизнь жил на зарплате, ездит в бронированном Мерседесе. Ну, это же как бы мы же все это. Там есть целый ряд паттернов, на вот набор иллюзий, которые вот сейчас давлеют над избирателем. Именно поэтому невозможно переубедить избирателя. Потому что фанатично верующие там одной религии, второй религии, религии Зеленского. Ну невозможно, религиозные войны возникали, потому что верующие, они не слышат голоса разума и критического мышления, там, аргументов другой стороны. И поэтому без вариантов другой штаб мог взывать к чему угодно, а там нету критического, там нету аргумента, там нету фундамента. Поэтому единственный был вариант... Тема войны, которая эксплуатировалась достаточно активно в ходе избирательных кампаний, собственно, и президентской, и парламентской, ну и как бы вот так... как-то так, ну, условно, патриоты, они вот с осуждением критиковали тех, кто готов голосовать за Зеленского, потому что,
Но это же там пророссийский реванш, это же сдача интересов, это завершение войны на условиях России. Избиратель на самом деле, вот так он мыслит? Да. Вы, да? Да. Еще приезд с ряда округов в мае. Вверх меня в достаточно такое депрессивное состояние, потому что я помню, я увидел и в цифре, и в результатах фокус-групповых исследованиях абсолютно фактическую готовность сдать все, что только можно, лишь бы не было войны. То есть, если говорить кратко... А вот это вот все, что только можно, на самом деле люди осознают, что это? Ну, есть вот тут какое-то понимание? Или вот так вы глубоко не копали, может? Большинство избирателей вот Зеленского, вот те 73%, да, из них там огромная часть, есть снова-таки желание, лишь бы не было войны. То есть для того, чтобы пояснить, вот... Нет, ну вот если мы вернемся к 73%, то там, ну, как видим, как минимум мы видим, я не знаю, там 13% это оппозиционная платформа за жизнь, да? Ну, как бы здесь понятно, вопроса не возникает. Еще какой-то нет, процент, мы говорим, сколько-то мы... процентов, это оппозиционный блок, окей. Но там все равно остается порядка там 50% да. людей, которые да. что? Я снова вас повторяю, то есть фокус-групповые исследования проводились, например, среди, скажем так, больше проукраинских. То есть там не было откровенных там, сторонников сепаратизма и так далее. Нет, это обычные люди, да, за независимость Украины, все. Нету крайности. Они готовы слить все, что угодно, в той или иной степени. Крым забирайте, только чтобы не было войны. Донбасс, очень многие говорят, отдайте, закройте, вот какая граница, все, закройте боевые действия, лишь бы не было войны. Хватит погибать, незачем. Они не понимают, почему люди погибают. Не понимают. И... с ними говоришь, нет, они абсолютно здравые, абсолютно нормальные люди, абсолютно, я же говорю, проукраинские, они не говорят, что мы должны там, войти в состав Советского Союза, либо подчиниться Москве, нет. Они просто хотят, чтобы все это этот ужас закончился, потому что они не понимают, зачем это, почему там погибают наши мальчики. Это Херсонская область, я правильно понимаю? Ну, это Херсонская область, это часть там Николаевское исследование, которое проводил. То есть юг, я вам скажу так, это те да, даже регионы, которые граничат с Крымом. А у них нету страха. Ну, там есть определенный страх переноса боевых действий. Но вот желание у них, чтобы это все, пусть там подавится Россия этим Крымом, давайте эту всю тему закроем и начнем жить миром. У них есть вера, что это возможно. Что вот надо, можно отдать, и все это закончится. Националисты получили достаточно низкий результат. Ну, там у «Свободы», там, не помню, 2%. Ну, и вот партии, которые рядом, или политсилы, которые где-то вот так вот. Это все, это конец национализма, или это просто Петр Алексеевич на себя забрал, нет, собственно, весь этот... Это ну, Зеленский забрал. Это забрал Зеленский, «Слуга народа», снова такие, это вот в этом... Да, это этот год такой. Он собрал все, что только можно, он собрал весь центр, условно, да, кроме крайности. И мы сейчас видим по результатам выборов, да, что оппозиционная платформа «За життя» — это вот четко, условно, крайности, которые за дружбу с Россией. Да, есть там, да, потом Петр Алексеевич, который собрал вот патриотов-ветеранов, которые считают, что он все правильно делал. Есть Батьковщина со своим ядерным электоратом отдельно. А все остальное фактически, ну, там, Вакарчук, который собрал альтернативу тех, которые не могли уже за Петра Алексеевича голосовать, потому что душа не лежала, ну и Зеленский не их путь, да. А все остальное... То есть абсолютно обычные, вот пересеченные громадяне, это собрало пылесосом «Слуга народа» Зеленский под брендом Зеленского. Не знаю, отдельная тема, которую хотелось обсудить, это николаевские мажоритарщики. Ну, собственно, видим, что ни один из бывших народных депутатов, собственно, результаты получены там разной степени, но они все проиграли. Проиграли людям, ну, можно говорить, если неизвестным, то малоизвестным, но действительно тем, которые шли под определенным брендом.
Вот, и тут возникает, ну, я не знаю, такое вот такое двоякое чувство. С одной стороны, действительно, то, что называется, зеленая волна смыла всех, смыла и этих людей. Но, с другой стороны, в Украине есть примеры. Там одиозный, мы же привыкли к этому, Антон Яценко в Черкасской области. Устоял. Или там, в принципе, с моей точки зрения, тоже достаточно одиозный Алексей Гончаренко в Одесской области. Бывший депутат ЛБПП, когда-то бывший член партии региона. Пожалуйста, он стал народным депутатом. Вадим Новинский. То есть, вот что не сработало? Где то, что называется, не щелкнуло? У этих щелкнуло, у наших нет. Есть целый ряд регионов, на самом деле, кругов, где «Слуга народа» проиграл. И это отдельно. У меня была публикация в закрытой группе политтехнологов Украины. Я писал про то, что мы их называли «табуретки». Кажется, с вами говорили перед выборами в передаче. Табуретка, которая поставлена в родючий украинский чернозем, на следующий день зацветет точно так же абсолютно любой. По моему глубокому убеждению, и которое опирается на исследование, абсолютно любой кандидат от «Слуги народа», табуретка, выставленная на округе, априори побеждала. Но многие сделали ошибку, они начали проводить избирательную кампанию. А, то есть пошли к людям? Да. И люди их увидели? Огромная часть проигравших, я уверяю вас, если бы никуда не ходила бы, а записывала бы там ютубчик, ролики и постили бы постеры, мы их сделаем, голосуй за Васю Пупкина, результат был бы еще лучше, и Украину во многом от конституционного большинства «Слуги народа» спасло то, что эти молодые, неопытные кандидаты пошли. И люди, конечно, с ужасом взирали на вот эти встречи с избирателями, их идеологию, их ответ на вопрос и так далее. И вот в таких случаях опытные... Но у нас же тоже пытались встречаться. Я, собственно, сам там, как минимум свидетелем двух таких встреч был. Снова-таки, там есть, если вы посмотрите просто распределение, да, мы видим вот с юга на запад постепенное падение рейтинга «Слуги народа». И вот там, где он... То есть там ближе к западу, там уже можно было играть. И когда кандидаты выходили, опытный штаб соперника использовал эти ошибки для того, чтобы показать, ну, посмотрите, наш лучший кандидат. И на самом деле много играло, то есть мощные кандидаты, которые работали давно на округе, либо в Новинске, это все-таки мега уровень. Но я подозреваю, там еще, учитывая то, что Донецкая область, могло быть просто очень небольшое количество избирателей, и их то, что называется, окупить. Да, и там на самом деле, если не ошибаюсь, 22% резкое падение «Слуги народа», рейтинга партийного, то есть там не верят, там верят своим. Да? Но в целом, еще раз говорю, если есть известность, я думаю, например, у Гончаренко в Одессе, известность и долгая работа на округе, правильно, и либо правильные технологии заранее, которые были использованы, я видел это снова-таки на некоторых округах, когда человек год работал с округом, а от «Слуги народа» зашел за 20 дней до выборов, ну, показался, но он просто не успел даже раскрутиться. И люди все-таки сделали выбор в пользу там, своего, который вот год засыпал благодетельство округ и был на нем постоянно. То есть снова такие правильные технологии заранее работавшие. То есть либо же известность большая, либо же хорошие технологии, которые заранее используются, либо очень мощный штаб, который смог сыграть. У меня есть там коллега, который провел своего кандидата, больше 50% взял. Все, три варианта. Но их было немного, на самом деле. Действительно, многим очень хватало. Кандидаты-двойники. Это работает? Это будет еще дальше работать? Да, вполне работает. Это вполне работает. Единственное, что они должны для того, чтобы оказать существенное влияние на результат. То есть они очень важны, когда рейтинг близок, там 24-26%, да, тогда оттянуты пару процентов, потому что все равно двойники немного оттягивают, они могут сыграть решающую роль. Точно так же, как на самом деле фальсификация на выборах, ну не фальсифицируют 30% рейтинга. Можно дописать, дорисовать, вкинуть и так далее. Если мы не говорим про Россию, а говорим про Украину, то там 2-3%, 4-5%. Да. То есть, снова-таки, если хороший разрыв между кандидатами, не поможет.
Хорошо. Ну и теперь, вот, собственно, весь этот опыт. Могут быть ли, вот, собственно, весь этот опыт учтен в ходе местных компаний? Или местные компании по определению дешевле привлечение специалистов, каких-то таких, ну, реально состоявшихся специалистов? Это, ну, с другой стороны, меньше избирателей, проще дойти до каждого. Ну, местные выборы, единственное, что где будут технологии использоваться, это мэрские выборы, то есть, снова такие города крупные, остальное каждый делает всю жизнь, там, депутаты горсовета, как мог, как может, либо там какие-то политологи мелкие занимаются. Ну, я прошу прощения, ну вот депутаты, ну, можно точно утверждать, что, ну, не уверен, что все, но многие депутаты действующего созыва городского совета, вот через эти депутатские деньги, которые вполне себе приличные, опять же, какое-то количество совершенно конкретное, там, окон застеклили, значит, чего там, компьютеров подарили, где-то нужную ленточку перерезали, ну, с мажоритарщиками народными это не сыграло, народными депутатами. Здесь, и вот, здесь не сыграет. Я вам скажу так, по Николаеву, ну, вот, Солтис копейка, вот эти, то есть вот так вот, вот Солтис, покойный Игорь Пох, он как-то говорил на контраргументе, что восхищен, что несмотря на то, что это как бы чистое зло, вот, и одиозный, да, местный политик, он действительно округ обработал так, что избиратели, эти бабушки и так далее, они идут и голосуют. Ну, это известная история. Они его имя знают, четко ассоциируют. То сейчас. Как бы мы ни относились, да, как политик, работающий на округе, он сделал все. Я уверяю, что если бы был бы там какой-то тотализатор на местных выборах «Слуга народа» вот сейчас, я бы поставил бы, что он на округе сделает «Слугу народа». Такие. А вот остальные нет. А вот остальным это не поможет. Потому что уже недостаточно. То есть молодец, поставил окна, хорошо. Спасибо тебе. Но мы проголосуем вот за... Кстати, ваш прогноз, местные выборы будут в установленные ранее сроки или досрочные? Вы знаете, я бы покривил бы душой, если сказал бы, что я могу хоть что-то прогнозировать. Потому что сейчас действуют абсолютно два равнозначных вектора. И непонятно, кто победит. С одной стороны, «Слуга народа», Зеленский, что бы они публично ни говорили про демократию, про то, что им ничего не надо, они хотят просто поменять жизнь, они хотят полноту власти, и они очень прекрасно, спокойно, объективно, сурово, цинично понимают, что неизвестно, что будет через полгода с их рейтингом, и чем быстрее они на волне хайпа проводят выборы за выборами, тем меньше, тем дешевле стоимость компании, тем больше они возьмут. Это с одной стороны. И они хотят это сделать. То есть еще раз, им все равно закон, им все равно конституция, им все равно там общество, они хотят власть. И они думают, как это сделать беспрерывно. Но с другой... У вас-то инструмент, я прошу прощения, у вас есть понимание, этот инструмент будет использован? Вот не важно, они хотят власти. Например, моя там организация, Комитет избирателей Украины, она не хочет власти, она хочет честные демократические выборы. Нам не нужна власть, нам нужны выборы. А это им нужна власть, вся. Сколько вот есть, только нужно взять. Вот. С другой стороны, когда я специально не писал никакую аналитику, когда вот все прогнозировали на 3 ноября местные выборы, да, досрочные. С другой стороны, я понимал, как мыслит Европа. А в Европе децентрализация, то есть местное самоуправление, local government, это очень-очень важно. Это база, это фундамент, это как право выбирать и быть избранным. Это база, фундаментальное демократическое право, то есть локальная община. Они понимают, что пока сильные локальные общины, пока в селе люди объединены в городе и сами решают свои проблемы, государство держится. И вот... Политика невмешательства государства в местное самоуправление, то есть магдебургское право и так далее, это вековые традиции, за них сражались и за это право умирали в Европе. И поэтому они не могут это поддержать, потому что законных оснований для досрочных выборов нет. То есть европейцы могли бы закрыть глаза, сделать вид, что они не видели, если бы это не
не шло в жесточайший разрез с той политикой, которую они проводили. Более того, они давали огромные грантовые средства на децентрализацию и на проведение государственной политики, максимальное невмешательство в местное самоуправление. И тут как они могут нарушить это? И мне кажется, что вот тихо пошли на попятную и закрыли разговор про местные выборы именно под влиянием Европы. С другой стороны, мы видим, как начинают пробовать точечно снять неугодных мэров, да, повлиять на там, Киев. И я уверен, что будут пробовать точечно снимать мэров каким-то путем импичмента. Ну, применительно Киеву, это там просто обрезание полномочий. Да, это пока начало. Я думаю, что с интересными городами могут точечно снова-таки использовать эту методику. Ну, там, возьмем Сенкевича. Сенкевич чуть-чуть... Да, я имею в виду, как пример близкий Николаеву. И здесь, конечно, Запад будет снова-таки закрывать глаза, потому что, да, там процедура будет формально соблюдена какая-то, и это отдельные выборы. Вопрос, насколько это интересно Зеленскому. Хорошо. За год до выборов. Поездки теперь уже президента Владимира Зеленского в регионы. И вот то, что там происходит, это, я не знаю, это прописывать как-то можно? Или это такие естественные реакции на ситуации, которые, у нас вот, например, там с Викторией Москаленко возникла такая спонтанная ситуация, или там, собственно, в аэропорту это вот, значит, разговор с Федором Барной по поводу того, что же мы не летаем. То есть, что это? Вот это вот, что это все? Во-первых, если вы обратили внимание, Зеленский ездил перед выборами. Это однозначно. Ну, он продолжает ездить сейчас. Он был в Черкасской области, предложил городскому главе Смелы продать свой автомобиль и погасить долги за коммуналку горожан. Ну, то есть это продолжается. Да, и представил Черкасского главу ДЭШ-администрации. Да, продолжается. Но перед выборами это я расценивал как админресурс исключительно. То есть глава государства решил поездить и по таким проблемным, на самом деле, сложным регионам потрясти немножечко рейтинг, подшевелить там, где мажоритарщики слабые. Сейчас он ездит, я вам скажу так, что равнозначно это может быть, как у нас называется, понюхать поле, то есть понять страну, увидеть, почувствовать. И точно так же это равнозначно, может быть, человек развлекается. Вся страна, вся неоднозначная ситуация сейчас в Украине, что невозможно действительно анализировать и прогнозировать, пояснять действия президента и высшего аппарата, да, партийного и так далее. Непонятно. Можно говорить очень умные фразы, могут политэксперты сидеть и размышлять, и выстраивать какие-то конспирологические теории, некие связи. А он может, я считаю, что, вот как я говорил, что на прошлой нашей встрече, передаче, что результат президентских – это психиатрический результат, здесь точно так же. Вы знаете, он мог просто поехать в Одессу на Лигу смеха, просто. Такое есть обоснование, его государственные дела. Это возможно. Если раньше мы посмеялись бы над таким, что Янукович поехал там в сауну, заодно и снял там главу администрации где-то в городе, то сейчас это реально, это возможно. Хорошо, возвращаясь к местной тематике еще. Учитывая все, что мы, имеем сейчас и о чем мы выше говорили, можно прогнозировать, что очень серьезно поменяется персональный состав, например, Николаевского городского совета. Мы хотя бы можем предположить, насколько качественно он поменяется, я не знаю. Если мы возьмем, например, последнюю неделю, вот эту неделю, в которой мы сейчас живем, например, на транспортную комиссию Николаевского городского совета приходят некие активисты. Вот они там агрессивно, с нулевым конструктивом, mm-hmm. достаточно агрессивно себя ведут. Собственно, фактически и само заседание комиссии заканчивается ничем. Хотя вопросы выносились достаточно важные.
Там, вчера, например, немножко другие, но такого же пошиба активисты пришли, там вечером гонялись за городским головой в его приемной. Ну, там догнали, также о чем-то поговорили. Ну, то есть, вот эти люди могут прийти, двойные люди, то есть, что мы получим? На самом деле, если мы еще понаблюдаем за слугой народа, то мы там радикалов не видим. И мы не видим там активистов. Мы там не видим никого из людей с активной гражданской позицией. Мы не будем сейчас обсуждать формы, да, и насколько это законно или нет. Кто в «Слуге народа»? Ну хорошо, вот Давид Арахамия. Его и взяли. Я считаю, мое личное мнение, базирующееся исключительно на профинтуиции и больше ни на чем, Арахамию взяли, потому что эту инертную массу людей из ниоткуда, без любой какой-то гражданской активности, без истории, без ничего, надо было хоть как-то разбавить реально действующим человеком, чтобы просто закрыть рот оппонентам. Поэтому взяли одного Арахамию на весь список, на всех мажоритарщиков. Арахамию, который действительно может своим багажом, розданными деньгами, собранными деньгами, да, влиянием и участием в той же кампании военной, ну там, закрыть еще 30-40 условно людей, и вот Арахамию везде показывают. Все, больше если каково еще? Дубинский? А я сорвался с языка. Дубинский сам показывается. Дубинский, и вот вы посмотрите, как он обиделся, что Арахамию пророчат на фракцию. Он же герой, он же журналист, он же такие расследования, он же вскрыл все. А тут какой-то Арахамия. На самом деле, да, ну, Дубинский, он там журналист тоже. Ну, я не считаю, что журналисты это люди с активной гражданской позицией. Пардон. Это работа. А вот Арахамия это, да, активная гражданская позиция. Поэтому я думаю, что в городе точно так же повторится. То есть все зеркалится, и там не будет активистов. Там могут быть взяты 1-2 для того, чтобы картинку выдержать. Остальные это будут там друзья, кумы, сваты, свадебные фотографы. Я не знаю, кто даже. Но однозначно, если мы сейчас повторили бы выборы, мы бы увидели бы абсолютно точь-в-точь, я считаю, парламентские. 44% зашло бы по спискам. И зашло бы там еще 30-40%. Там закон немножко другой, по которому мы избирались. Если его не поменяют, ну там как бы он наш такой, он достаточно смешанный на местных. Да, то есть там да. Как бы списки, но ну, с некой привязкой к неким округам. Да. Большинство однозначно было. То есть мы повторили бы где-то 2010 год, когда партия регионов, в принципе, взяла больше 50%. И остальные нужны были депутаты просто. Так случилось, что Александр Сенкевич, городской голова Николаева, во время выборов был в отпуске. Я честно скажу, по-человечески это, ну, и технологически это правильно. Да. Он ушел и вернулся уже фактически в другую страну, но в тот же город. И вот, собственно, после своего отпуска он дал достаточно большое интервью коллегам из издания «Неквести». Угу. Он там прямо сказал, что он планирует, собственно, участвовать в выборах городского головы. Как оценить его шанс? Ну, во-первых, он и раньше не скрывал, и жеманно. Сейчас вновь открывшиеся обстоятельства. Это, согласитесь, другая политическая реальность. Ну, серьезно поменялся ландшафт. Мы живем в другой стране, на самом деле. Да, ну, и вот он по-прежнему говорит, что ему и сейчас, фактически имея отсутствие полное какой-то вот такой, в общем-то, поддержки в городском совете, ну, я на самом деле не знаю, как можно работать эффективно. А вот в этих обстоятельствах, как в принципе можно претендовать на пост городского головы, если ты не из-за команды? Он ищет сейчас, уже несколько там месяц-другой, он ищет возможности, как вот на нашем сленге лечь под за команду, и если у него получится заработать, так сказать, лояльность и то, что его выдвинут от Зеленского. То есть, ну вот, если выборы в ближайшее какое-то время будут, то можно даже никому не выдвигать кандидатуру. То есть это бессмысленно.
Однозначно. А если нет, кто может быть человек? Если нет... Ведь это же нам в этом городе жить. Нам и сейчас непросто. А если, представляете, если вот придет нет, вообще никто. Да. И я могу... Я повторяю, что если сейчас вы дадите вот вашего оператора, мы его в прошлый раз упоминали, и сейчас, и там какой-то небольшой ресурс, то сейчас, если будут выборы, мы сделаем из вашего оператора мэра Николаева от Z-команды. Потому сейчас что, я в этом не сомневаюсь. Как потом дальше через с этим жить? Ну, как жить? Ну, мы выбрали вот уже прогрессивного айтишника, город никуда не, ну, как бы в преисподнюю не рухнул, мы как-то живем, худо-бедно, но живем. Я, ну, не думаю, что что-то критически поменяется. В Николаеве особенно. Понимаете, если другие города могут почувствовать падение уровня жизни, то, кажется, в Николаеве мы уже сидим на дне, и как бы нам ничего не страшно. То есть, если резюмировать, то в случае местных выборов действительно большинство зайдет сейчас за команды, причем абсолютно неизвестно, кто это, то есть, кто местный, кого в местный штаб наберет. И мэром будет представитель Z-команды, либо же Синкевич. То есть, ну, это будет война серьезная, технологическая, между представителем Z-команды и Синкевич. Ну, а для Синкевича лучший вариант — это сыграть от «Слуги народа». И еще раз повторяю, он это прекрасно понимает, он не глупый человек, очень умный, и он ищет возможности начать работать с президентом. Ну, хорошо. Вот, и, собственно, возвращаясь к теме новоизбранной Верховной Рады, ну, есть надежда, что этим людям напишут законы, за которые они проголосуют. И, ну, как-то кто-то, как говорится, хочется надеяться, что есть там кто-то умный, кто напишет, и как-то, а эти будут выполнять чисто техническую функцию. Но если у нас и мэр зайдет, и мы не понимаем, кто это от Z-команды, и городской совет будет сформирован вот так, как, собственно, мы выше обсудили, ну, какое-то управление городом все-таки должно происходить. Ну, кто-то же должен писать эти проекты решений сессии. Горисполком? Вообще очень много решается в горисполкоме, чиновниками. У них постоянно война идет, кто главнее. Чиновники отдела земли, там по земле, да, либо депутат. То есть... Сегодня горисполком получит, мне кажется, большую роль. Либо же снова-таки надо понимать, что кукловоды будут все равно работать. Мы сейчас действительно, вот, и вы сейчас, ну, да, предугадываете последнее веяние струсковцов с грандиозной этой школой обучения народных депутатов. Они уже ж декларируют открыто о том, что будут обсуждать решения до сессии, а на сессию выходить как-то с единым мнением фракции «Слуги народа». То есть, да, какие-то болванчики, которые жмут кнопку. Будут несколько человек, которые пишут законы. Все. Николаев маленький город, но на самом деле здесь все друг друга знают. Мы и так знаем. Как говорится, я все равно себе слабо представляю, ну, не могу пока представить. Ну, опять, мы сейчас говорим немножко, снова-таки, немножечко... Я, собственно, ну, по большому счету, вот к чему я, собственно, веду? К чему нам всем готовиться? Выборы могут быть в ноябре уже этого года, могут быть, там, собственно... Там, в первой половине, либо второй половине прошлого, следующего года, извините, 20-го. Угу. Но вот все равно, это там только нюансы. Вот, я снова, вариант, вот, но... я снова говорю, это как бы не, ну, не очень профессионально и не принято в среди экспертов. Эксперт всегда, он что-то с умным видом говорит, дает прогнозы, да, потом поясняет, почему этот прогноз не сработал. Если я говорю в своей обычной манере, как есть, то на самом деле никто ничего не знает. Сейчас невозможно спрогнозировать и предположить, и дать реально не вот так вот, не пальцем в небо прогноз, а какой-то там базирующийся на каких-то реальных фактах, а не на интуиции, там, чувстве, вере снова-таки. Потому что неизвестно, как сыграют. Вот Европа, да, Европа сейчас, например, не даст возможности голосовать, провести местные выборы в ноябре. Вот я уверен. Но я знаю, что Европа очень лояльна. Я знаю, что Европа закрыла глаза на админресурс. Впервые в истории Украины европейцы не заметили, что президент лично ездил поднимать рейтинг.
Ну, я прошу прощения. Ну, мы помним, мы же еще застали, там, значит, Леонид Даниловича президентом. Ну, мы же понимаем, на самом деле, что такое, Европа, что такое админресурс. Европа всегда это и замечала, и писала. Ну, можно ли это вообще сравнивать? Я вам говорю, когда, извините, там 20 лет назад можно было вызвать всех директоров школ, да, и дать им и председателей сельсоветов, и дать им четкую установку, какой результат мы должны получить на каждом участке избирательном, и где-то там плюс-минус так оно и получалось. Ну, вот это был админресурс, в моем понимании. Хорошо, скажите, вот то, что по закону положено на больших выборчих дельницах иметь одну кабинку, приспособленную для голосования людей с инвалидностью, в частности, да, колясочников. Их нигде нет. Это важно или нет? Как вы думаете, влияет на выборы? Сколько там колясочников доедет? А европейцы это отмечают. Очень отмечают. Для них это очень важно. Возможно, чтобы люди с инвалидностью могли проголосовать. А они... И тут внезапно они не замечают ни админресурсов, ни участия силовиков определенного, не будем называть, чтобы не драконить их, просто не видят. Европейцы очень лояльны сейчас к Зеленскому. Им очень интересно это. Им очень выгодно. Они очень осуждают Порошенко. Как бы, ну, не осуждают, им нельзя это делать. Но они говорят о том, что, ну, Порошенко же проиграл внутреннюю политику. Никто не Порошенко не защищает. Порошенко никому не нужен, в том числе Западу. Слишком настойчивым был, слишком защищал интересы Украины, слишком много требовал и так далее. Зеленский очень удобен. Он никому не взывает, он ничего не требует, он не напрягает Европу. Европе это выгодно. И она поддерживает в ответ Зеленского. И вот как это сыграет, как сыграет, что сыграет любовь Европы к свободе, да, на уровне местного самоуправления, либо же экономические выводы, но Зеленский там особо и не требует ни санкций, ни усиления давления на Россию, там, он что-то варится, ездит на Лигу Смеха, купается в море. Отлично. Вам ничего не надо, Украина? Нет? Супер. А, вы хотите местные выборы? А вы не будете нас напрягать? Нет? Проводите. Закрыли глаза. То есть равнозначные факторы. Непонятно, как будет Европа играть. Поэтому мы не можем сказать, будут ли выборы местные или нет. Еще раз, если будет в ноябре, однозначно заходит везде, где только может, кроме, наверное, западной, Зеленский. В Донецкой, Луганской области, скорее всего, будет оппозиционная платформа за життя. В Николаеве будет зеленый мэр, зеленое большинство. Через год неизвестно. Мы можем получить падение, да, ну, на весну, на осень 2020-го мы можем получить падение рейтинга «Слуги народа» Зеленского, а можем пойти по российскому сценарию. Потому что сейчас, пока не на, вот мы многое сможем прогнозировать, когда Верховная Рада заработает, хотя бы там пару месяцев, мы посмотрим, как они работают. Потому что сейчас, ну, у них реально будет конституционное большинство, они добьют к своим 254 местам, которые впервые в истории Украины столько. Они спокойно добьют, и там 43-47 человек. Вот, и у них будет 300, и они могут, в принципе, отменить поход в Европу, признать болгарский язык вторым государственным. Они все могут, абсолютная власть. Вот это надо понимать, это надо отдавать отчет, что никогда такого не было. Всегда были какие-то крупные фракции. И оппозиционные, на самом деле, партии тоже раздроблены. Потому что там, ну, не будет Порошенко с Рабиновичем объединяться. Сложно. С Тимошенко тоже сложно. То есть, и даже оппозиция раздроблена. Как они сыграют, непонятно. В российский сценарий, в какой-то интерпретации, да, в каком-то отражении, в каком-то формате, очень вероятен. И я вам скажу так, что если бы... Я не знаю. Но российский сценарий, в моем понимании, это духовные скрепы, это такое мощное православие, это такой шовинистический патриотизм, такие вещи. Ну, как говорится, в команде, которая пришла, это даже намеков этого я не вижу. Или я просто не вижу. Это обучение, ну, вот, которое якобы обучение проводится, на самом деле любой тренер по
бизнесу, по экономике. Любой преподаватель истерически смеется, потому что понимает, что это только мишура, и ничему научить невозможно. В принципе, слово «ничему», то есть вообще ноль. Это единственное, вот эту массу аморфную познакомить, сбить и установить правила игры. Вот. И дальше еще они там будут там, голосовать. Смогут их ли растянуть или нет. То есть спасение украинцев в том, Украины, в том, что да, два украинца, три гетьмана, и вот что вот эта масса, ее смогут разбить на несколько группировок. Мы сейчас видим, что это пауки в банке уже начали грызться, снова такие дубинские рахами. Это очень красиво. То есть человек, которому наступили на амбиции и не додали половник супа, это страшные люди, он может создавать свою фракцию через полгода и так далее. А может нет. У нас есть, они готовят снятие, по сути, моратория на землю. Земля это огромные деньги. Это не десятки миллиардов долларов. Это если посидеть, посчитать. И Янукович на самом деле к этому готовился. Это был один из сценариев его работы во втором сроке и сейчас идет по тому же. То есть огромные деньги на земле могут спаять коллектив аморфный. Понимаете? А дальше, ну там, радючие черноземы. Хорошо. Там идея может быть любая. Ну, поэтому мы не ставим точку в разговоре. Мы ставим многоточие и, собственно, очевидно, все вернемся будет очень к нему. Интересно. Да, и, очевидно, вернемся уже к нему, когда, наверное, ну, нам сказано, уже неоднократно прозвучало, что Верховная Рада, очевидно, соберется не раньше начала сентября. Конец августа, начало сентября. Да, и, собственно, уже прогнозируется, что очень быстро проголосует Кабинет министров, и уже будет понятно по персоналиям, кто премьер, кто министры, кто эти люди, ну и, собственно, как-то куда мы пойдем, уже будет просматриваться, поэтому то, что называется, пользуясь случаем, приглашаю к следующим эфирам. Александр Ухмановский, политтехнолог, будь нашим гостем, відповідав наші питання. Дякую, все найкращого, успіхів. Дякую. До влачення.